Ассаляму алейкум тем, кто идет по прямому пути. Я, Евгений, являюсь русским мусульманином, новопринявшим, который принял религию ислам после того, как был христианином. Свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад, его посланник. Ашхаду алля илляха илля Аллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Ассаляму алейкум ва рахматуллаху ва баракату. Тем, кто идет по прямому пути. Братья и сестры, и также те, кто на пути поиска истины, истинного пути. Хотел бы рассказать свою историю, просто как я принял ислам несколько лет назад, 4 года, если быть точнее. Один брат, будем так говорить, близкий мой товарищ, принял до меня ислам 8 лет назад. И мы, по воле Всевышнего, так получилось, я переселился в другой город. Когда-то я жил в городе Херсоне, переселился в город Киев. И мы редко виделись, и по чуть-чуть рассказывал мне об исламе. Так на протяжении 8 лет по чуть-чуть рассказывали мне об исламе. И в моем сердце, в моей голове постоянно крутились размышления, почему, зачем мы живем. Я не отрицал никогда знамения Всевышнего. Так же самое обращаюсь ко всем, кто ищет прямой путь. Не откидывайте знамения Всевышнего. Всматривайтесь, вглядывайтесь, размышляйте. И Всевышний обязательно вам укажет на прямой путь. Так вот, я к чему это все говорю? На протяжении 8 лет мне доносили ислам. Каждому человеку нужно время. Нужно время для размышления. Одному хватает полчаса, я был свидетелем этого, когда мы сидели и рассказывал об исламе, люди принимали ислам после получаса рассказа об исламе, а кому-то 8 лет. Не останавливайтесь рассказывать о единственном Всевышнем Аллахе. Быть может быть, мы будем помилованы. Ассаляму алейкум ва рахматуллаху ва баракату. Аллаху акбар, Аллаху акбар.